В сторону света известная одесская художница готовит выставку в Музее западного и восточного искусства. Удивлять будет масштабными живописными работами и не только. Специально для 7 канала Яна Ланде устроила показательный пленэр и рассказала о выставке нашей Екатерине Лапицкой. Яна любит работать с большими форматами в тишине и дома. Говорит, даже непривычно с походным мольбертом и небольшим холстом. Рисовать на открытом воздухе и под пристальным взглядом камеры для художницы в новинку. Холст смачивает водой, акриловой краской наносит фон будущей картины. Все делает руками, так быстрее и удобнее. Теперь можно рисовать маяк с натуры. Обычно у меня происходит все между домашними какими-то делами. Дома все разложено и готово к работе в любую минуту. И в любую свободную секунду я могу что-то порисовать. Но когда работа начата, уже она держит. Для Яны маяк не просто красивая башня или указатель пути. Это ориентир жизненных ценностей. В поисках самого красивого маяка художница расспросила много моряков. Ну, правда, один ответ. Кого бы ни спрашивал, на каком бы языке ни разговаривал моряк, он всегда говорит, что самый красивый маяк дома. Все синее. Небо, море и маяк. Говорит, собираясь на встречу с нами, готовилась увидеть совсем другую картинку. Даже краски иначе подбирала. Но сверкающий белый маяк вдруг стал единым целым с морем. Художница еще ребенком мечтала видеть свои картины в масштабных экспозициях. Не у кого-то дома на кухне, а именно в музейных залах. Сегодня я мечтаю, чтобы мои картины висели в МОМА, в Прадо, в Louis Vuitton Foundation в Париже. И я думаю, что это все реально. И после того, как Гугенхайм купил мою картину, я считаю, что нереальных мечт не бывает. Картины Яны видели в странах СНГ, в Нью-Йорке, Майами, Неваде и даже в Лондоне. Там выставка «Короны» работает до сих пор и приурочена к 90-летию Елизаветы II. Теперь другую персональную выставку «В сторону света» увидят одесситы в Музее западного и восточного искусства. Там уже заканчивают последние приготовления к открытию. Главной интригой выставки станет арт-объект «Лжемаяк». Это мой разговор с публикой о современных ценностях, о ориентирах. Мне очень интересно, что почувствуют люди, что скажут, что будут думать. Выставка будет благотворительной. Деньги, собранные от продажи картин, пойдут на ремонт одного из залов. Но и это не все. У музея появится свой клуб с привилегиями. Клуб друзей музея мы будем презентовать впервые на открытии выставки известной художницы Яны Ланде «В сторону света». На открытии будет такая некая презентация этого проекта, некая презентация этой миссии большой, на которой мы расскажем, что, для чего, почему, как вы можете стать друзьями музея. Мы расскажем об этой пластиковой карте, расскажем о своих планах. Выставка откроется 26 июня и продлится до 13 июля включительно. По выходным можно будет пообщаться с художницей. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, 7 канал.